Добрый день, дежурный по жизни латвийского телевидения слушает. После дождя эта улица Пекинсала становится непроходимой для пешеходов. Нужно либо рисковать своим здоровьем и идти по проезжей части, либо идти по неблагоустроенной дороге, которая вся в лужах и грязи. Кришьяны спрашивает, планирует ли департамент сообщения привести в порядок эту часть улицы? Улица Бекинсалас – одна из самых проблемных улиц в городе. Таких много. Там не обустроена пешеходная инфраструктура. Хоть улица визуально и выглядит широкой, на которой можно легко и быстро обустроить тротуар, на самом деле это не так. Без полной перестройки улицы и покупки частной земли невозможно начать ремонтные работы. Земля самоуправления заканчивается там, где заканчивается асфальтированная улица. В свою очередь, обочины принадлежат юридическим лицам. Этот процесс переговоров будет долгим и дорогим, пока эта улица останется в таком состоянии, в котором она сейчас.